Я Медведев Андрей Алексеевич, 16.08.1996 года рождения. Родился в селе Юдино Колпашевского района Томской области. Да, приветствую, Андрей. Если можно, тогда, пожалуйста, расскажите, в связи с чем вы обратились в ГУЛАГу «Нет» и что предшествовало этому из чрезвычайных происшествий в вашей жизни? Получилось так, то, что я 6 июля 2022 года подписал контракт с компанией ЧВК «Вагнер». И в последующем убыл в зону СВО на Украину, на территорию Украины, Донбасса, для выполнения там поставленных задач и защиты и представления интересов страны. Буквально вот через с момента, когда вы рассказали, что был заключен контракт с ЧВК «Вагнер» 6 июля. Дальше начали рассказывать и оборвалось. Если можете, заново расскажите, пожалуйста. Ну, получается так, то, что я, прибыв туда, в зону СВО, попал в 7-й штурмовой отряд, 4-й взвод, 1-е отделение, где меня назначили командиром отделения. Буквально через неделю-две все, что там происходило, мне как бы не очень, ну не то, что не очень, меня это просто не устраивало. То есть фактически, посмотрев на это все, вот эта вот война бессмысленная, это все тупо. Как сказать? Тупые приказы, беспредел со стороны командования. Короче, меня это начало все не устраивать. Вот, в последующем, когда, ну, я ждал окончания контракта, я подписан на 4 месяца, ждал окончания контракта, и вот, когда наступило, ну, подходил срок уже к окончанию контракта, я подавал рапорт на отпуск, после которого, как бы, ну, не собирался вообще возвращаться в данную компанию, потому как, и мне было отказано, меня уведомили, что контракт продлен на 6 месяцев, потом вышел командир отряда, сказал то, что какие 6, 8 плюс, ну то есть 8 и еще возможно плюс какие-то там месяца. Все, я яро высказал свое недовольствие, после чего меня посадили на яму и, соответственно, при помощи там парней своих, откуда я сбег, бежал, вышел на территорию Российской Федерации, перешел границу. Искал поддержки во всех наших российских СМИ, объяснял им ситуацию, как у нас все получилось. Все отказывались связываться, никто брался прикладывать глазки в мою ситуацию. Так как, ну, я считаю, из опасений каких-то. Вот. После я все-таки надеялся на то, что наша компания, она как-то более, ну, есть там здравомыслящие люди, которые все понимают. Приехал в город Санкт-Петербург, встретился со своим знакомым. Он мне помог, отвез меня в центральный офис, где я сдал жетон. И, соответственно, после чего и начались репрессии со стороны сотрудников. Преследование. Преследование моего товарища, друга. И я попросил найти какие-то варианты, вышел на сайт, посмотрел, какие есть правозащитные организации, которые могут оказать содействие, помощь, ну, именно в данной ситуации, кто не побоится. Почитал про вас, сообщил своему другу, он в моих интересах обратился к вам. Ну и, соответственно, вот вам и объяснил. Если... Ну, то есть сейчас как бы встает вопрос, вы чувствуете, ощущаете опасность для вашей жизни, для вашей свободы, для вашего здоровья вот, на территории Российской Федерации? Да, да, чувствую, ощущаю, осознаю, понимаю, так как я знаю методы воздействия их, методы поступков, именно как они, ну, ведут себя с такими людьми, как я. Андрей, скажите, пожалуйста, что именно вам угрожает, о каких методах вы сейчас говорите?
Ну, в настоящее время, насколько мне известно, задействованы все, ну, именно в моем розыске, все органы межрегиональных, местных самоуправления, органы МВД, уголовный розыск, Федеральную службу безопасности, именно для того, чтобы я, ну, я, по сути, для них говорящая голова, которая может все-таки все вскрыть, рассказать народу, что действительно происходит там. И они преследуют какие-либо личные интересы, я, ну, в любом случае, я буду ликвидирован. Если буду ими пойман, то буду ликвидирован. Ими вы кого имеете в виду, кого подразумеваете? Без разницы, в любом случае, меня задержат уголовный розыск, Федеральную службу безопасности, либо кто-то еще, в любом случае, меня передадут в службу безопасности Вагнера, где, соответственно, либо будет казнь, расстрел, либо, я не знаю просто, на что у них фантазии хватит, но что со мной произойдет. Ну, в любом случае, я уже буду неживой. Вы своими глазами на территории, вот в зоне войны, военных действий, вы видели своими глазами, как убивают, казнят тех, кто что-то делает против воли командиров или кто пытается отказаться от участия в войне? Да, но происходило, фактически это начало происходить именно с приездом в зону СВО заключенных, которые участвовали тоже, ну, в боевых действиях заключенных с Российской Федерации, с разных колоний. Им был сразу поставлен такой факт. Ну, мы когда вообще контракт подписываем, то что в случае отказа, невыполнения приказа, короче, там прям прописано по закону военного времени, вы можете, ну, подвергнуться суду. И заключенным сразу же на учебных центрах, куда их привозили, тоже доводилось, что с вами будет разговор короткий, в случае неповиновения, отказов, либо что-то еще, ну, расстрел. И то есть, да, я был свидетелем нескольких таких моментов расстрела осужденных. Ну, то есть их выводили специально публично при других осужденных, но прибывших устраивали показательную, так сказать, казнь, чтобы другие уже, ну, посвятить их культу самосохранения, чтобы человек испытывал страх и не подумал ни о чем таком, чтобы могло помешать выполнению какого-либо приказа. Кто производил и каким методом производилась вот эта вот там казнь, убийство тех, кто, по их мнению, был неугоден, кого они хотели принести в жертву, чтобы запугать основную массу заключенных? Есть специальная группа, группа МЕД, она называется, как она расшифровывается по буквам, я не знаю, но это при службе безопасности Вагнера, они работают, действуют. Вот. И хотел бы, кстати, еще заметить, что в службе безопасности Вагнера в основном работают люди, которые либо бывшие отставники, либо действующие офицеры Федеральной службы безопасности. Вот. При них была группа МЕД, которая, соответственно, выезжала на такие моменты, делал и на передовую приезжали, забирали, бывало, и обнуляли. Соответственно, они также действуют и по пленным. Допустим, получили информацию, то есть их с передовой никуда не передают, просто на месте расстреливают. Пленных украинцев вы имеете в виду? Да. То есть если задачи нет для обмена и так далее, они могут принять решение? Мы занимались Министерство обороны Российской Федерации. У нас был конкретный приказ никого в плен не брать. Если это, допустим, кто-то из офицеров, мы его обязаны были доставить командиру отряда. В последующем тоже получали нужную информацию и, соответственно. То есть даже если со стороны Украины кто-то хотел сдаться в плен, поднимал руки, то, соответственно, этот человек в этих условиях был обречен. Я думаю, каждый, наверное, знает, вот именно при штурме Бахмута есть такой, он не населенный пункт, там психбольница, Веселая долина называется. Вот. В одной из посадок был тоже момент, я за это высказывал недовольство свое, то, что, ну, то есть группа парни сдались сами, фактически никакой они угрозы никому не представляют, они там оказались тоже каким-то там непонятным обстоятельством. И мы взяли четверых в плен, привезли их, соответственно, передали командиру взвода.
Вот, они у них поинтересовались, никакой информации не получили, и, естественно, вот тут приехал группа МЕД, и они были расстреляны в поселке Кленовое, Вот, поэтому, ну и вообще у нас изначально есть приказ, то, что пленных никто не берет. Алло. Почему-то пропал сигнал, и я iPhone должен был перезагрузить. То есть это из-за меня все, прошу прощения. Тогда, если можете, еще раз, вот с того момента, на котором картинка зависла, и мы прервались там 2 минуты назад. Вот про заключенных. Ну, именно лично, как бы, насколько мне известно, насколько я присутствовал со всеми заключенными, которые отказывались от ведения боевых действий, либо участия в боевых действиях, которые были там, в кавычках, так сказать, 500-е, как, ну, в понимании нашем 500-е, это испугавшийся человек. Те, которые осознали, куда приехали, и отказались тоже участвовать в этом. В последующем, ну, в основном был расстрел. Приезжали специально обученные люди из группы МЕД, ну, при службе безопасности Вагнера, и, соответственно, делали это публично и вновь прибывшими, вот, специально, чтобы они, ну, люди, которые вновь прибывшие, как бы осознавали вообще все серьезно, что может происходить, и как бы посвящали людей культу самосохранения, чтобы они под страхом, допустим, даже данного расстрела не могли пойти на какие-либо действия, которые не прописаны уставом компании или контрактом. Единомоментно при вас какое количество людей расстреливали? Мне известно именно достоверно о 10 случаях. То есть косвенно я присутствовал при 2. Вот. Ну, были еще моменты, я как бы не стоял, я ушел оттуда, я как бы старался избегать таких ситуаций, потому как садизм не у меня в крови. Вот. И тоже я неоднократно высказывал удовольствие, потому что за некоторых я пытался заступиться, говорил то, что парни пойдут ко мне в отделение, все будет хорошо, все будет нормально, не надо его трогать, и, ну, все-таки оно не помогало в данном случае. Вот. И исходя из всего, у нас были расстрелы не только из группы К, ну, то есть К — это заключенный проект, сейчас, возможно, там уже другие буквы выдают, вот. И были случаи, и расстреливали именно самих сотрудников вольнонаемных компаний, которые либо отказывались, либо пытались сбежать. Был случай, парня приехали забрать, он отказался участвовать во всем этом. Приехали, его забрали СБшники, он по дороге с машины попытался сбежать. Ну, он сбежал, все, да, его поймали прямо в приграничной зоне и сразу отправили в разведзвод на невыполнимое задание. То есть, и, соответственно, парень уже оттуда не вернулся. То есть мы говорим о том, что вам известно о случаях расстрелов в 10 разных людей. Да. Что с их телами делали? Оформляли как погибших или... Оформлял никто. У меня просто есть знакомые, и среди сотрудников, один знакомый есть среди сотрудников службы безопасности Вагнера. У меня есть знакомые именно из там службы РАФ, тыловой службы, ну, многие, которые стоят при должностях высоких. Разговаривали, как бы, ну, фактически как-то это происходит, это захоранивать тела на месте. Делают ярлык без вести пропавший. Соответственно, компенсацию платить не надо. Но это со многими, не обязательно, что это, которых расстреляли, это происходит со многими. То, что вот у нас в России почему происходит, у меня есть информация, то, что в некие правозащитные центра обращались жены, матеря с просьбами помочь вернуть своих там сыновей, мужей обратно, либо хотя бы вернуть тела, или там жалобами о том, то, что никто ничего, никаких денег не платит, которые были предусмотрены соглашением и, допустим, вербовки там в местах лишения свободы. Вот. И многие тела просто подают как ярлык без вести пропавший, соответственно, по страховому случаю, под страховой случай он не попадает, и компенсация за смерть человека, ну, не, или пропажу там не выплачивается никак.
Андрей, два вопроса. Расскажите тогда еще раз, уточним, о каком количестве людей мы говорим, которые составляют так называемую группу МЕД, и по вашей информации, кто туда входит, каким подразделениям или каким там, государственным органам они имеют отношение, каким организациям? По мне, так и исходя из вообще из моей информации, которую я владею, это люди больные. Я бы не знаю, но по мне так это больные люди, потому как здравомыслящий человек на такие действия никогда не пойдет. И здоровый человек никогда не пойдет. Это, ну, по мне, я, может, выражусь в кавычках как-то дерзко, это люди, которые, мне кажется, все-таки определенные задачи свои будут выполнять, когда выполнят, соответственно, от них тоже будут избавляться, потому как, ну, много знают. Может, они этого просто не понимают в силу своего скудного разума, но мне кажется, это очевидно. То они, честно, никто не знает. То есть вообще фактически никто с ними даже не разговаривает. Это плохая примета для всех — поговорить с данной группой. Если ты с ними поговорил или где-то встретился, соответственно, значит, что-то пошло не так. Вот. Ну, что за люди, я не знаю, честно, и сказать... Просто вы упомянули, что в службе безопасности есть действующие бывшие сотрудники ФСБ. Это в любом случае, потому как, когда нас завозили, как вы думаете, нас завозили на автобусах, да, допустим, наше пополнение составляло завод за именно с моего контракта там порядка 600 человек на разных автобусах. Мы приезжали в таможенный пункт, где, соответственно, стоит кто? ФСБ. Вместе с пограничниками, и, соответственно, у нас, не проверяя документов, никак по зеленой просто открыли ворота, и мы беспрепятственно пересекли территорию. Около 600 человек, это вы имеете в виду кашников заключенных вам дали? Нет, это именно заходил состав нашей группы в разные штурмовые отряды. Это было в июле месяце? Это было в июле месяце. Ну и как бы... Я так понимаю, что до этого, ну, как бы и вы, и другие члены вот этой вот большой бригады находились в других странах, и только когда вы вернулись вот после выполнения тех заданий, вас перебросили в Украину. Именно поэтому вы не с февраля месяца там. Я просто хотел бы просто чуть за прошлое чуть-чуть сократить свое... Я без конкретики, я просто, чтобы мы понимали, что... Фактически около того, что вы говорите. Да, что прибыло, по сути, слаженное, отдельное, боеспособное, как большое соединение. Да, и батальон. И вот буквально как мы только заехали, вышли на выполнение боевой задачи, из нашего взвода, из 30 человек, осталось всего 4 в живых. То есть у нас был сразу сходу от слаженного боевого подразделения такие потери. Ну, в основном там идет война артиллерии, воет артиллерия, а именно противник там контакт на 150 метров не терпит, он всегда убегает. Поэтому максимально старались и близко к ним подходить, допустим, и как-то выдавливать. А фактически все на подходах к позиции работает артиллерия и, соответственно, просто разбирают. Это в какие дни произошло? Это как раз вот вы подписали контракт 6 июля, и после этого вас отправили туда, правильно я понимаю? Да. И вот буквально после нашего приезда мы приехали. То есть мы приехали уже вооруженные туда. Тогда, если можно, я еще задам вопрос про Евгения Нужна. Я понимаю, что у вас есть какая-то информация, и вы каким-то образом с ним соприкасались. Можете тогда рассказать об этой истории, пожалуйста? Что вам известно об осужденном Нужне Евгении из ФКУ ИК-3 УФСИН по Рязанской области, которого отправили на войну в составе ЧВК Вагнера? Получилось так, то, что Евгений Нужен попал к нам в отделение, в наш взвод, в наш штурмовый отряд. Вот, и я в то время приехал с учебы, когда вот конкретно он, ну, у нас было на повышение квалификации, потому как там новые приемы саперного дела, инженерки и тому подобное.
постоянно оно все совершенствовалось, и нас как бы дополнительно обучали этому. Вот, я приехал с учебы, мне, соответственно, от моего отделения там почти ничего не осталось. Вот, мне дали 15 заключенных, с которыми я, соответственно, должен был выходить на боевое задание передок. Вот, в их числе был нужен, его был позывной кусок. Вот, мы прибыли на место, на точку указанную, провели там малое наступление, отодвинули противника, закрепились на позиции. Была попытка продвинуться дальше. Если не секрет, Евгений Нужен был вооружен, использовал оружие против украинцев, чтобы было понятно, или он был где-то в тылу? Нет, он, да, был вооружен, было у него оружие, но дело в том, что он его потерял дважды. Мы его потом искали, этот автомат. Не знаю, нарочно это было или нет, но был у него случай. Потом ему давали трофейный взамен, пока не найдем его. Вот. А в основном их задача состояла в том, чтобы эвакуировать 200-х, вытаскивать с места ведения боя. Где была попытка наступления, которая провалилась. Вот, меня именно, то есть я их довел до позиции, мы закрепились на данной позиции. В этот день у нас был танковый обстрел по позиции. Меня в этот день контузило. И с той точки меня эвакуировали. То есть там на том месте остался мой зам отделения. Вот, соответственно, он уже... Ну, когда меня эвакуировали, он командовал подразделением, отделением. Потом, как мне стало известно, то есть, я не знаю, может, меня сам Бог отвел от того, что вот это произошло, и меня вот по контузии увезли. Но потом, как мне стало известно, они в этот же день, когда меня контузило, в эту ночь они пошли эвакуировать 200-х, дошли до точки, нашли тела, взяли с собой мягкие носилки, вот. Поняли, что в мягких носилках будет выносить проблематично. Потом они отправили нужно за носилками. Вот. Ну, исходя из того, что расстояние между позициями, между нашими позициями и противника составляли там, 30-40 метров, он, ну, мне, как мне сказали, пошел за носилками, скинул автомат, оружие и все остальное, и развернулся и пошел сдаваться на позицию армии ВСУ, я не знаю, короче, туда. Ну, это и видели другие участники Вагнера из вашего подразделения? Или он просто ушел за носилками, и потом все поняли, что он ушел к украинцам? Нет, изначально подумали, что его схватила диверсионная группа, пока не появилась, я видел в интернете. Видел его, где он находится уже на позиции ВСУ. Где с ним общались, брали у него интервью, и вот он высказывал. Ко мне тоже были вопросы, задавали и службы безопасности, то есть как, при каких обстоятельствах, о чем он говорил, о чем не говорил. Я не знаю, как бы вели себя, как бы вел он себя, как все. Все было отлично, в принципе. С исключением того, что он автомат несколько раз терял по дороге к позиции. То есть, там вам говорили, момент... когда вам передавали его, что у него в личном деле стояло... Красная полоса, склонен к побегу в колонии. Нет, за это неизвестно. У нас только есть информация о лицах, которые имеют заболевание ВИЧ-гепатит, в случае там, оказания медицинской помощи, чтобы мы использовали все средства защиты, чтобы самим не заразиться. А так, в целом, мне такого не говорили, и мне не было известно об этом. Я вроде слышал... Ну, из его рассказов, потому как мы когда собирались на выход, ну, боевой, я с ними с каждым общался, как бы, я из его рассказов только что понял, что он бывший сотрудник. Ну, у него, как бы, я не знаю, правда или нет, там, может, он как-то косил, несколько раз на позиции был гипертонический кризис, то есть он говорит, высокое давление, он лег, не мог встать, но, с чем это связано, как бы, вот. Ну, вот, как мне известно, именно после того, как меня эвакуировали с позиции с контузией, ну, это уже стало тоже через несколько дней, мне сказали, что он сначала без вести пропал,
Вот, а потом сказали, что он перешел на сторону противника и сдался в плен. Какие-то разговоры внутри ЧВК Вагнера были по поводу того, что нужно сделать с Нужным, что его нужно вернуть, что его вернут, что с ним сделают? Вот что-то это озвучивалось? Ну, наверное, я думаю, всем известна великая казнь Вагнера. Самой компании, как вообще там, с какими-либо определенными там лицами. Вот поэтому все ожидали, но не думал никто, что его с той стороны потом выдадут. Вот. Ну, насколько мне известно, он в кавычках якобы сам подписал соглашение о том, что он будет обменен на пункте обмена по военнопленным. Вот. Ну, цена этому всему. Ходят разные слухи. Ходят разные слухи. Ну, не знаю, какая была цена, чтобы его оттуда вернуть. Ну. Когда нужно убили, вы уже покинули зону боевых действий? Или как раз это случилось во время того, когда вы были там еще? Ну, мне кажется, это в период как раз-таки моего вот этого. Я не знаю именно, когда это было сделано, потому что определенной даты не существует. Нет, то есть нигде не мог увидеть. Ну, возможно, это было еще, когда я был там, либо когда я был уже в пути. Да. У вас какие-либо конфликтные ситуации возникали с руководством ЧВК Вагнера и какие-то там меры воздействия на вас были в этом году, пока вы были на территории Украины? Да, неоднократно возникали. У нас были моменты, когда нас там отправляли на убой, в прямом смысле малые составы группы, вследствие которой я высказывал недовольство своему командованию, непосредственно командиру взвода. То есть говорю, фактически, как нам, куда идти, насколько продвигаться, у нас мало человек, люди уставшие, два дня ведения боя, как бы, ну, не спавшие, это несерьезно, ни подноса БК, ни еды, ни воды. То есть было обозначено там, прям такие слова были по связи, то есть иди, пока не убьют. Вот. После таких вот тупых приказов погиб мой лучший друг, позывной Винки. Насколько мне известно, у него жена и дети остались. Вот. Он, им не выплатили никакого пособия, им даже, говорят, не выдали его зарплату за последний месяц. То есть хранила она парня за свою, ну, выдали тело, и то она там бегала, всех донимала, чтобы тело выдали, чтобы сохранить. Ну, никаких денег ни на захоронение, ни пособий, ни каких. Из-за чего? Почему? Оля. Ну, я могу только предполагать, потому как финансами, наверное, проблематично, туговато. Поэтому... Ну и, наверное, потенциальная угроза со стороны там жены, они не увидели, что она может какую-то бучу поднять или раскачать, как это все. То есть все эти истории про похороны на Аллее Славы, про 5 или там 7 миллионов рублей выплаты семье погибшего, про огромные зарплаты, все это, когда человек погибает, вот на примере Винки, вы знаете, что все происходит не так, как рассказывает Пригожин. Да, не так, как рассказывают. Возможно, кому-то и выплачивают для показухи. Так же, как и награждают заключенных, тоже для показухи. Возможно, это делают. Но на самом деле в большинстве случаев происходит иначе. Награды. Я так понимаю, что это не государственные награды, а нет, это какие-то свои внутривагнеровские награды выдают? Нет, есть внутривагнеровские, но при этом есть и государственные. То есть государство все-таки... А какие вот из вашего окружения кто-то государственными наградами награжден? Да. Медаль давали за отвагу парню. Некоторых из них награждали орденом мужества. Ну, это единичные случаи, но были такие. В целом, допустим, я просто вернусь к тому самому моменту, когда я ушел из компании. И когда... пытался найти какую-то защиту со стороны
То есть я понимал, что со мной может произойти, как это все будет. Вот, я звонил в органы Федеральной службы безопасности, объяснял ситуацию, кем я являюсь, что произошло и как что. То есть на первый звонок мне вообще сказали звоните Пригожину, в чем проблема. А на второй звонок мне вообще сказали ЧВК «Вагнер». Это частная военная компания, она разве вообще существует в стране? Я говорю, я все понял, хорошо. Все предельно ясно. И, то есть, ну, позиция у страны какая, то есть, крутят по всем новостям, мы там, там есть, участвуем в боевых действиях, там добиваемся, какой ценой выполнения каких-либо задач, но в итоге никто официально не хочет это признавать. Вот. Официально даже мы подписываем контракт, мы не подписываем контракт, то, что мы будем участвовать в боевых действиях, мы занимаемся охраной стратегических объектов, стратегически важных, и по сбору информации по месту пребывания. А по сути дела это война? По сути дела, да. С учетом того, что вы там пробыли, ну, как минимум 4 месяца из того, что вы озвучиваете в Украине, и сталкивались с украинцами, вы хотя бы одного нациста видели, который вот действительно похож на тех фашистов из фильмов, которые мы в детстве смотрели вместе? Знаете, я скажу другое. Я считаю, что и с той стороны никого нету нацистов, и с этой стороны. Я вообще считаю, что эта война никому не нужна на самом деле. Я придерживался именно того мнения, что если есть у нас сильные мира всего наши лидеры, то если они действительно по достоинству оценивают жизнь человеческую, они беспокоятся за свой народ, тот, кто действительно беспокоится за свой народ и по достоинству оценивает жизнь своего народа, как и отдельно каждого человека, он никогда его не отправит на такую боль. Никогда. Защищать пределы своей родины, я не вижу предела своей родины. То есть именно в том месте. Какие-то вести там бессмысленные боевые действия, ну, тоже для меня это бред высшей силы, что у нас вроде демократия, у нас все за гуманность, вроде все за мирное решение, в итоге получается какой-то коллапс, убивает куча людей, дают власть каким-то непонятным личностям, которые там и отбывали наказание в свое время. Потом награждают звездами героев в России, которые бесчинствуют, устраивают какие-то расстрелы, то есть занимаются тем, что им подсказывает их скудный разум. Вот. И я говорю, я всегда это говорил, и говорю на будущее всем, если действительно у нас есть лидеры, которые действительно переживают за свой народ, именно за свой народ. Соберитесь, выйдите в поле, возьмите автоматы, постреляйте друг друга, кто выживет, докажите, что хотите друг другу, чисто по-мужски, потому как говорят же, война — это мужское дело, раз ты воин, значит, ты должен быть мужчиной, это их слова. Соответственно, вы по-мужски себя поведите, не надо прятаться в каких-то бронированных кортежах, летать на бронированных вертолетах, просто выйдите по-мужски, поговорите с двумя, там, тремя, четырьмя сторонами, где есть разногласия, и решите, не надо народу от этого страдать. В принципе, это мое мнение, вообще исходя из того, что именно там происходит. И Андрей, несколько дней назад у вас была мысль, когда вы давали показания под протокол, у вас была мысль остаться в Москве и пойти на Красную площадь и обратиться там к Владимиру Путину с каким-то спичем, с какой-то речью. Очевидно, что Красная площадь, нашпигованная ФСОшниками, ну, больше одной минуты вы бы не смогли там находиться незамеченным и незадержанным. Уверен, что когда вы окажетесь в безопасности, мы надеемся, это произойдет, мы сможем показать это видео и ваши очень ценные значимые показания, и будут смотреть ваши видео и в Министерстве обороны, и на Лубянке,
ФСБ и на Большой Дмитровке, в Генеральной прокуратуре. И в администрации президента точно посмотрят. И вполне возможно, что и сам Путин это посмотрит. Скажите, пожалуйста, сохранилось ли у вас желание сказать ему что-то? Если да, то что бы вы ему могли сказать, если бы он прямо сейчас на вас смотрел? Вообще дикое желание имею на самом деле. Я бы хотел лично обратиться к Владимиру Владимировичу Путину. Понятно, что я простой смертный. До личной встречи мне очень сильно-сильно далеко. Возможно, она когда-нибудь произойдет. Возможно, даже на том свете. Но все-таки пока есть возможность, я бы хотел обратиться к Владимиру Владимировичу Путину. Чуть-чуть открыть глаза, посмотреть, кого он держит рядом, чем эти люди занимаются. То есть я фактически могу предполагать, происходит. То есть данному человеку, другим людям был дан какой-то определенный карт-бланш в их действии. Вот. Я бы просто хотел, чтобы он открыл глаза, постарался понять вообще человеческую, почему, что именно там происходит, что там погибают действительно люди. Люди, многие семьи остаются без отцов, детей, мужей, там, сыновей. Мне просто посмотрите на это все, посмотрите на эти все казни, на эти все публикации, на все вот эти вот выходки некоторых лиц, некоторых там, так сказать, чиновников, насколько мне известно, Пригожин же там стремится в Петербурге стать губернатором. Вот. На все эти выходки посмотрите их полное досье, как бы не получилось так, что они бы потом могли стать большой-большой проблемой в нашей стране. Я еще раз повторяю, я могу осуждать как-то своей власти, но в любом случае я патриот своего народа. Просто хочу, чтобы Владимир Владимирович понял, что мои действия не являются каким-то там, не носят какой-то злой умысел для страны, характер. Я просто хочу добиться справедливости. В первую очередь я хочу, я это делаю за всех своих парней, которые там погибли, за своих друзей. Вот. И во вторую очередь я это делаю, чтобы народ чуть-чуть в действительности, реальность понимал, что там происходит, как это все происходит. В принципе, все. И последний вопрос, с которого я, наверное, должен был начать, но так получилось, что оставил для самого. Есть ли у вас родители, и как сложилось вот так ваше детство, и как вы с самой молодости оказались в Вагнере? Просто чтобы... Ну, я не скажу, как я с самой молодости оказался в Вагнере, вы уж меня извините. То есть мы непосредственно вели разговор по касаемо этого контракта. Детство мое сложилось не очень. Я вырос в Всемуровском детском доме. Мать у меня умерла, отец непонятно как и что. Вот. По выпуску из детского дома квартиру я не получил, которую должен был получить от государства, ввиду там каких-то бюрократической какой-то казуистики. Вот. Все. В принципе. В каком году вы вышли из детского дома? В 2012 году я выпустился из детского дома. И вот вы вышли, так как не было у вас ни мамы, ни папы. Страна, Россия, государство, чем вам помогло для старта? Скудными налогами. Скудными налогами, на которые меня вот так вот воспитали. Может, возможно, я даже ему благодарен за что-то. То, что именно у меня есть такое мировоззрение, точка зрения, мнение, характер. Ну, все-таки ничем не помогло. Мне даже подъемные деньги и то пришлось убивать с государства, которые должны были выдать по выпуску с детского дома 56 тысяч. Вот. В принципе, ничем. Ходил тоже по разным инстанциям, с разными ситуациями. Везде встречал отвороты, повороты. Дико плюнул на всех. Больше нервов истрачивал. Как-то начал вот строить свою жизнь. Что бы вы хотели для себя в будущем? Вот. Какой бы вы хотели увидеть картину будущего для Андрея Медведева через год,
через 2, через 5, через 10? Нормальная человеческая жизнь. Хочу нормальной человеческой жизни, без каких-либо репрессий, преследований. Просто нормальная человеческая жизнь. Да. На мирной земле, там, где действительно ценят мнение человека, ценят его права, готовы соблюдать их без каких-либо репрессий или преследований. Простая нормальная человеческая жизнь. И хорошо, и самое уже все, и последнее, потому что мне тоже нужно будет сейчас уезжать. И будут смотреть тоже украинцы. Кто-то, кто воюет, кто-то, у кого уже погибли родственники там в войне. Украинцам вы бы что-то хотели сказать? Можно я скажу, знаете как? Я скажу и для российских военных, и для украинских военных, и для народа в целом. То понятно, что у нас испокон веков войны, захваты территорий, вот эти вот какие-то междоусобицы. И я не могу просто понять другого, почему мы не можем все... Почему мы не можем жить мирно, как, допустим, жили, ездить в гости друг к другу, общаться, какие-то международные. Мы, понимаете, мы сами себе оттягчаем вот эту жизнь, вот этими всякими войнами, вот этими с какими-то, я не знаю, там... Мы можем просто жить мирно друг с другом. Мы все, по сути, мы все люди, мы все по одному подобию, неважно какой-то национальности, какой-то расы, просто можно жить как нормальные люди, нормальные, адекватные люди. Мы все по своей сути братья, все по своей сути братья. Оно вообще никому это не надо, никому не надо. Если кому-то где-то в верхах это надо, то точно не нам. И я против, честно сказать, вот исходя из того, что я видел там, вообще из всего происходящего, я, если честно, мне порой снится такое, что я просыпаюсь в холодном поту, и я просто хочу сказать, что это бессмысленно терять жизни, что с одной стороны, что с другой стороны. По мне, так эта война вообще ни к чему, ни для кого не нужна, как и все остальные последующие войны. Если есть какие-то люди, которые действительно совершают преступления, переступают какие-то там международные права, общепризнанные нормы, они должны предстать перед законом, и у нас есть на это как бы все силы, действительно силы, разумные силы, никаких кувалд, топоров, пил, ножей, автоматов. Есть просто суд, человека возможно задержать, который действительно совершил преступление, и подвергнуть ему его суду. Он именно предстал, понес потом последующим наказание. Ну, мне все-таки кажется, вот эти вот войны, вот эта вот война, именно вот эта война, это бред вообще, так по мне, если честно. Именно специальная военная операция, там, как со стороны России оппозиционная. Вот у нас же нет войны, у нас специальная военная операция. Мы все братья, мы все люди, в первую очередь. У нас есть какое-то мнение, но общее, человеческое. Просто надо как-то убивать друг друга, это бред, по мне так. Просто полный бред. Просто оставаться надо людьми и смотреть широко на все. В принципе, все у меня. Просто я не знаю, мне охота сказать много, но многого я просто не могу как-то сформировать в данной ситуации сейчас. Ну, я очень надеюсь, Андрей, что у вас будет такая возможность. Я бы хотел отдельно, если вы не против, сказать, я бы хотел именно поблагодарить вас за оказанное содействие, за оказанную помощь, за то, что вы откликнулись, за то, что вы прониклись в мою ситуацию, вот, ищите способы решения, поддерживайте меня всячески. Огромное спасибо вам, вашей команде. Я очень сильно надеюсь, что когда-нибудь я смогу и вам чем-то где-то как-то помочь, и также, соответственно. Спасибо, Андрей. Спасибо. Мы это делаем искренне, и мы надеемся, что мы вместе сделаем все возможное, чтобы вот те, кто стоит у руля этого садизма, были разоблачены и осуждены.
а эта страшная война прекратилась. Согласен. Быть добру, а ГУЛАГу и войне нет в 21 веке. Успеха и удачи, Андрей. Спасибо большое за этот разговор. И мы обязательно продолжим. Спасибо большое. И вам всего доброго. Спасибо. Да, запись идет, поэтому, Андрей, если что-то добавить. Да, я хотел бы просто еще добавить то, что это не только относится там именно к тому народу, там, против которого я выступал когда-либо. Это вообще в целом для всех, и для них, и для всех. То, что если я когда-либо своими действиями какими-либо причинил кому-либо какой вред, чисто искренне, то есть, ну, думаю, каждый, наверное, должен понять мой поступок, ради чего я это пошел, как бы все-таки я это осознал, я понял, к чему это все идет, мне 26 лет, все-таки все взрослеем, становимся мудрее, и очень хорошо, что я в этом только возрасте все осознал, на самом деле, это не затянулось на много больше, и я просто хотел бы перед всеми людьми извиниться за то, что когда-либо мог доставить своими действиями какие-либо проблемы, какие-либо все, значит, это. Проблемы, какие-либо неудобства, там, горе кому-то, что-то. Я просто искренне прошу прощения. Я надеюсь все-таки, что у меня будет возможность как-то я своими какими-либо делами, у меня есть какие-то наметки, как в дальнейшем жить, я, может, какими-то своими делами смогу все-таки некоторые из них исправить и просто в действительности как-то загладить свою вину. Очень на это надеюсь. Вот. И просто прошу прощения. Спасибо, Андрей. Спасибо. И самые добрые пожелания тебе, чтобы в будущем этих ужасов войны в твоей жизни никогда не было, не было насилия, была хорошая мирная жизнь. И то, чего ты был лишен, чтобы ты смог создать со своей любимой девушкой семью, и чтобы у твоих детей и внуков были счастливые годы совместные с тобой. Спасибо. Всего доброго. Всего доброго.